Всем привет! У меня тут новая фентеклюшка новогодняя для Ливсика. Но правда, я думала, что там мешочек, в который я спрячу орешек, чтобы Ливсик достал. А здесь нет мешочка, это просто игрушка. Поэтому мы сейчас ее повесим. И пусть Ливсик с ней разделается. Раз не удался фокус с орешком, посмотрим, как Ливсик будет с мешочком, с игрушкой. Ливсик, скажи, хочется и колется, и страшно. Да? Ливсик. Ага, скажи, качелька давно знакомая, погрызенная. Вон Аркаша бурячок хрустит, видите? Аркаша там балдеет от бурячка. Ливсик, ты такой смелый. Смелый Ливсик, ну иди. Ливсик, ты решил уйти от нас всех? Ливсик, иди. Ладно, я знаю, чего ты ко мне пришел, но это потом. Смотри. Ну, Ливсик, это ж просто игрушка. Смелый охранник, просто охранник. Ладно, все с тобой ясно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!